manos arriba. Gloria Jeans, te quiero mucho. Мир каждого человека состоит из разных вещей. Утро кофе или утро и сок, а дальше путешествие дня. Кто в школу, кто в сад, кто-то в университет, а взрослые на работу. И что бы мы сегодня ни делали, добро или работу работали, а может быть подарили кому-то радость, хороший совет, все, абсолютно все. Многие из нас это делают в волшебных джинсах «Gloria Jeans». У нас в спутнике почти все девочки, почти все воспитанники продюсерского центра и даже родители живут, поют, танцуют в волшебных джинсах «Gloria Jeans». Много месяцев назад у нас родился хит «Gloria Jeans». Целый мир, самый необычный проект, в котором девочки группы «Незабудки» из разных городов России хотят подарить новый образ жизни девочкам – «Gloria Jeans». Как бы нам хотелось совместно с Глорией создать театр «Gloria Jeans», вокал, музыка, кино. И вместе прийти в каждый дом, в каждую семью, каждой девочке и рассказать интересную историю о волшебных джинсах и о девочках, которые поют. Дорогие друзья, мы знаем, что «Gloria Jeans» – это очень серьезная мировая компания, поэтому наш спутник хорошо подготовился и готовился много-много времени к встрече с вами. Как было бы великолепно, если бы мы встретились и поговорили искренне о тех идеях, которые рождаются в сердцах гениальных и детских, в сердцах, в которых живет «Gloria Jeans». Мы вас любим и ждем с надеждой и верой волшебной встречи. Группа «Незабудки», продюсерский центр «Спутник». Всего самого-самого доброго, дорогие друзья. Gloria Jeans, my life. Gloria Jeans, my way. Gloria Jeans, my way. Gloria Jeans, my life. Gloria Jeans, my life. Gloria Jeans, my life. Gloria Jeans, my way. Gloria Jeans, alright. Gloria Jeans, my way. Gloria Jeans, Jeans. Себя племянница, и знаю, что вы создали музыкальную школу, да? Я вот много лет мечтаю это сделать, вы меня как минимум здесь уже обогнали. А Пелагея просто уже
законченная артистка. Незаслуженная, но уже артистка. Спасибо. Игорю, конечно, еще работать в музыкальной школе, а она уже может идти на сцену. Молодец. А скажите, а родители поддерживают? Родители очень поддерживают, но сначала, когда начинала петь Пелагея, не верили, честно говоря, и скептически очень относились. Но когда случилось то, что мы прошли кастинг, резко они изменились, и сейчас это самая такая мощная наша поддержка. Но не было, сначала не было доверия, ладно. На самом деле у меня такая же история. Пелагея, держись за дядю. Вы точно сказали, Лайма, спасибо. Держись, у нас так. Мы самые близкие друзья. Давайте обернемся и узнаем, сколько людей отдали вам свой голос. Давайте посмотрим. В разное время в центре работали и работают настоящие профессионалы. Педагоги по вокалу, хореографы, педагоги актерского мастерства. И, конечно же, люди, которые приносили духовно-интеллектуальное развитие. Авторская система Игоря Шиянова сплачивает педагогический коллектив, который за короткий срок обучения делает из любого ребенка настоящую и восходящую звезду. Дарит маленькому человеку путь и исполняет сокровенные его желания и мечты. Достижения спутника и его детей, воспитанников, очевидны. Песни, клипы имеют десятки миллионов просмотров в соцсетях. Дети центра участвуют в российских телепроектах и звучат на радиостанциях России. Наши видеопроекты смотрят более чем в 100 странах мира. VMC-спутник – это особый мир для простых детей. К нам может прийти каждый, кто хочет чего-то добиться, кто любит мир музыки и кино. Наши артисты и восходящие звездочки постоянно находятся в режиме строгой дисциплины, выполняя все требования продюсеров. Это совершенство физической и интеллектуальной формы. А главное, мы уделяем много времени духовному развитию, часто подавая личный пример. Спутник не уступает московским и европейским подобным площадкам. Наоборот, VMC превосходит своих конкурентов по качеству и количеству музыки, видеоклипов и, конечно, вокальном искусстве. Мы постоянно гастролируем и участвуем в благотворительных проектах. Встречи, концерты с ветеранами войны и труда, создание праздников в детских домах и интернатах – это неотъемлемая часть нашей творческой жизни. После проекта «Мама, Россия, мама» «Спутник» приобрел мировую известность. Нашим творчеством заинтересовались телерадиокомпании Москвы, России и Европы. Приемлемые и неприемлемые предложения поступали и поступают до сих пор из Англии, Голландии и конкретно от компании BBC. «Спутник» — это не только популярная музыка, модные хиты и клипы. Это еще и патриотическое направление воспитания молодежи. Очень многое у нас получилось, и многого мы добились в своих проектах и в самой повседневной работе. Наши воспитанники в разных городах являются лидерами и действительно восходящими звездочками. Побеждают на конкурсах и фестивалях. Совсем недавно мы вместе собрались в городе Сочи и сняли первые две серии музыкального художественного детского сериала «Девочки, которые поют». Съемки прошли не просто на позитиве, а дети выросли в разы и превратились действительно в звезд кино. «Спутник VMC» – это красивые и нужные песни, хиты, это яркие и запоминающиеся клипы и проекты. Это обучающий процесс, которому на сегодня нет равных в России и в Европе. Достаточно побывать на уроках и мастер-классах Игоря Шиянова, чтобы увидеть и осознать, как это лучшее, что есть сейчас в России. Все честно, никакого дисбаланса из-за социального положения или статуса родителей. Все равны, и все учатся работать, любить и прощать. Учатся не только петь профессионально, но и благотворить душой своей, и конкретно мы делаем это с детьми. Воспитательный процесс – это неотъемлемая часть работы спутника. Мы помогаем родителям создавать личность. С
Своими силами «Спутник» и группа профессионалов наши дети многого добились в самом учебном процессе, а также в медиапространстве. Но мы хотели бы двигаться дальше и развиваться. Мы искренне верим, что Господь обязательно поможет нам встретить большого и доброго партнера, большого и доброго друга. Чтобы совместно сделать невероятный проект, мы сможем приносить людям свет образования, радость и счастье. Мы уверены, что если такая компания возьмет под крыло наш «Спутник», и мы вместе будем созидать будущее наших детей, это будет реальная польза государству, всей России, всем нашим простым детям, людям, детям-инвалидам, семьям. Нас благословит Господь. С уважением, Игорь Шиянов.